Abrir los padaraks que nos ha traído el Dед Мороз. Дед Мороз. Да. Такие большие подарки. Давай открывать. А mira, este es mío. Ay, no sé qué es. Открывай уже. Ay, вот pero так qué вот. Haces? Chicas, qué bonitas. No tengo ningunas blancas. Voy a ponerlas. Son calentitas. Давай дальше. Ты. Я? Ну давай я открываю. From Santa для Влада. Oh, qué bonito. Открываем. Опа-на. Зеленая коробочка. Наушники для компьютера. Razer Black Shark, версия 2 Pro. Наушники как у пилотов. А, довольно удобные. А здесь такая большая регулировка звука. Сами подушечки и верхняя часть, она с какого-то такого материала, ну как тканевая. И это очень большой плюс, так как много наушников делают кожзам, а в Барселоне в жару под 40 они развалятся через год, будут отпадать просто кусками. Так как эти наушники беспроводные, идет свисток USB, который подключается напрямую к компьютеру, и наушники работают без провода. Также есть сам кабель, который заряжает наушники, кабель 3.5. Это, я так понимаю, что если нету заряда, можно использовать как обычные наушники. Всем привет! С вами пилот самолета Барселона-Париж. Ай, vamos a abrir, a ver qué es. Ай, es una taza. Уи, qué bonita. Котик. Tiene frío. В том году Дед Мороз принес мне вот такую вот чашечку, а в этом году вот такую. Теперь у нас собачка и котик вместе. Esto sirve para ponerlo en la cara. Uy, qué color más chuli. Esto sirve para ponerlo en la cara y que se haga una limpieza facial para que luego te quede. Uy, qué rico huele. Es como un mousse. A ver, vamos a abrir cómo hace. Ah, un serum. Estas son cositas de девочкas. Да, девочек. Да. Ay, esto me encanta. Ну пока мои подарки лучше. Ну, в смысле, один подарок лучше твоих подарков. Так что открывай еще один. Vale, a ver. Отлично. Vale, a ver. Это супер largo. Что это? Что это? Что это? A ver. Es una caja. Клавиатура. Qué bien, porque es que el mío está roto. Os lo voy a enseñar que está muy roto. Ay, qué bonito. Luego lo tengo que probar. Es matriz. El keyboard de antes que está roto de tanto usarlo. Y esta letra, la O, no funciona. Algunas veces tengo que hacer... Porque no funciona. Tengo unas ganas de tirar esta mierda de keyboard. Марта теперь красивый стол. Вот Vale, perfecto. Красивая клавиатура. Ну, мышка еще старенькая. Раст. Ну, работает. Но у меня 100 красивее. Потому что у меня клавиатура Razer, мышка Razer, коврик Razer. И los auriculares, tienes que traerlos. А, точно! И у меня мышка без кабеля тоже. Где мои подарки? Я что-то вообще не вижу. Тут Марта. О, вот и Марта. Даме. Я знаю, что это. Chromecast. Chromecast. Google Chromecast. Netflix, YouTube. YouTube, Netflix, and todo. Пошли попробуем. Хорошо, что есть батарейки в комплекте. Сам Google Chromecast подключается к HDMI. Марта устанавливает программу Google Home. А я расскажу про сам Google Chromecast. Это штука, чтобы телевизор, который не очень умный, стал умным. То есть появился интернет. Можно потом заходить на YouTube, Netflix, Prime Video, Disney, TV, ну и так дальше, в общем. Ты готова? Ты готова или я готова? Я готова. Я готова. Mira, tenemos que включать телевизор. Телевизор. И ahora tenemos que buscar aquí porque se va a conectar con el teléfono. Tenemos que escanear el código QR. Nombre de la casa. Вот и Марта. Ну все, Марта отсюда теперь не будет выходить с этой комнаты. Вот мой, наконец-то. Открываем. Что здесь? Что здесь? Ой! Какая красотень! Это хорошие кроссовки, чтобы ходить куда-то в горы. Вот такая модель. Вот это хороший подарок. Даже не знаю, кроссовки или наушники пока лучше, но... Что я точно знаю, мои подарки круче, чем твои. У меня кроссовочки, наушнички. У тебя что там? Клавиатура, какие-то ботиночки. Vale, voy a abrir otro подарок. Открывай. Понятно, Марта решила сразу большой подарок открыть. Me gusta mucho. Pero espérate, que a lo mejor no es para mí. ¿Dónde pone el nombre? Uy, que no pone nada. А может это для меня? A lo mejor es para ti. Это мне. Не, для Марты. Мартина? Мартина! Это что за Мартина, я не понял. Soy yo. Que me caigo. Es que pesa bastante. Vale, a ver. Ay, ¿qué es esto? ¡Qué grande! Ay. Ay. Guess. Vamos a abrir. Uy, uy, uy. Que nunca he tenido nada de ellas. Mira qué cortechka. De súper buena calidad. Две коробки еще Guess. Кроссовки! Лучше смотрятся, чем мои. Супер модерно. Все, теперь мои подарки не такие хорошие, как у тебя. Eso te pasa por decir que tus подарки eran peores. Ahora ha llegado Papá Noel y mira cuántas cositas ha traído. Что-то я уже завидую тебе. Creo que son otros zapatos. Еще кроссовки. Este Papá Noel? Sí, creo que estas son de verano, porque son blancas. Да, по-моему, моделька... А ну дай мне вот эти. Одинаковые. Ай, me encanta, me encanta. Да. Listo. У меня одни кроссовочки. А у Марты 3. Еще и курточка. Ну все, теперь у меня меньше подарков, чем у тебя. Давай я теперь открываю. Мой подарочек. Маленький подарок. Es pequeño. ¿Qué puede ser? Что такой маленький подарок, а? Швейцарский молочный шоколад. Ой, какая вкуснятина! Не, ну я потом это открою. Сейчас не хочу аппетит портить, но... Вот это мне нравится. Смотри, какой золотой, красивый. Гора. Не грязь, конечно, но... Мне? Не. Тебе опять? Ой. Ладно, открывай. Я тебе большой подарок. Да у тебя все подарки большие. Ай, да открывай вот так вот. Ай. Что там? Сапожки? Sí, porque se me rompieron las otras. Mira como la курточка. Как курточка. Да, mira, son iguales. Почти похоже. Sí, más o menos. Влад и Марта. Последний подарок. Самый тяжелый. Еда! Хамон tenemos 3. 100 грамм. Luego tenemos esto de aquí, esto es un salchichón. И есть еще какая-то тут. И это, creo que es un chorizo. Mira, sí, chorizo de bellota ibérico. То, что мы хотели купить на ярмарке и забыли. Sí. А вот так вот. Теперь есть. Qué rico. Y ahora vienen los dulces. Esto es muy típico de España y son turrones. Y han puesto un poco uno de cada. 18 штучек. Ай, mira, un trozo de queso. Ну вот это да, это хороший подарочек. Конфетти, польворон, мантекадо, бомбон де авеяна. Такая коробочка сколько? 5 евро или сколько стоит? Да. И сколько здесь? 200 грамм. 200 грамм шоколада. Линтес muy famosa. Шампанское? Да. Монтесио. 2014 год. Испания. Это почти то же самое, как вот это. Только запаковано красиво и в 30 раз дороже. Третья наша бутылка джина. У нас две так и стоит, мы их не открывали. Это подарок Марте с работы каждый год. В этом году, конечно, ящик немножко поменьше, но все равно достаточно еды. Подарки слева – это Марта. Подарки справа – это я. А по центру – это для нас. Что ты думаешь? Я бы сказал бы так раз в 15 больше, чем у меня. А ты очень хорошая была, да? Да. Спасибо, Дед Мороз. Много подарков Марти принес этот красный нос. И мы enviamos desde aquí un abrazo. Где мои подарки? Где? Почему у Марты много подарков, у меня только 2 подарка?